Hard Fork Bitcoin Gold произошел раньше, чем ожидалось. 24 октября разработчики проекта написали об этом в своем твиттере. Изначально ожидалось, что Hard Fork произойдет 25 октября, однако сеть биткоина достигла указанного блока 491-407 быстрее. Проект Bitcoin Gold возглавляет Джек Ляо, руководитель гонконгской компании Lightning ASIC, которая также продает оборудование для майнинга. Идея проекта, по словам его авторов, заключается в создании улучшенного протокола. Разработчики обещают децентрализировать майнинг с помощью системы алгоритма Proof of Work на чувствительной к объему оперативной памяти Equihash. Таким образом, добыча Bitcoin Gold будет осуществляться с помощью видеопроцессоров. Майнинг станет доступен большему числу участников, а влияние крупных компаний, соответственно, снизится. Отметим, что запуск самой сети Bitcoin Gold должен произойти 1 ноября.